Знатный Дед Мороз. Смотри. Почему она туда лезет? Ой, ДТП. Что она покушается на его личное пространство, на его приватность и долбится об этот, в стену. Ручки не мерзнут? Мерзнут. А ведь у меня есть перчатки с подогревом. Где они? Они электрические, я их ни разу не заряжала. Где еще. Они? Не заряжала? Нет, я не боюсь, что я не разберусь просто, и мне будет стыдно за себя. А ты будешь молнией жопу? Тим, я же не супергероиня, я же не Wonder Woman. Нет, это этот... ситх какой-то. А, помнишь? Это вообще другая сага. Я вообще не знаю, что такое Wonder Woman. Ну, ты же Marvel смотришь, Тим. Не настолько. Ну, Дим. У нее еще лифчик американский, звезда на лбу. Это, наверное, не Марвел. Не знаю, у тебя вон конфликтная ситуация. Сколько мороза. Блин, у меня просто руки мерзнут по жизни. Я мерзлявая, мороза не так много, наверное, минус 5. Дима, а сколько градусов, как ты считаешь? Градусов 5. Ну вот, я тоже сказала градусов 5. Почему у меня мерзнут руки, это моя проблема. Ну, то есть, это не связано с погодой. Ну, что мерзлячка. Ну, да. Я, потому что я мерзкая. Я мерзкая. У меня просто нежирные пальцы, да. Если бы они были как сарделечки, я бы не мерзла. Если бы пальцы, когда выходишь, одевай сарделечки. Собакам понравится. Очень быстро не останется ничего от пальца. Вон Брейн. Давай подрессируем его. Брейн! Брейн! А? Ко мне! Сидеть! Хороший мальчик! Сидеть! Ну-ка сядь! Молодец. Ой, какой! А что ты чавкаешь так подозрительно? Ну, ладно, все, он уже не хотел, чтобы ты его гладил. Кто? Кто? Это Лира, у нее ее просто нет, Дима. Да, но проблемки зимой. Так она на нее никогда не наступает. Она не умеет на заднем приводе ходить. Ну, она просто старенькая. Я пошла, обойду. Вот так вот, по лесу. Ну, если там будет кто. Ребят, соседи говорят, что к ним пришла лиса. Я сказала, это не наша. Что, гончак летает? Ну, это наш гончак, который из деревни. Думаешь? Я думаю, да. Новый какой-то потерял. А который кур таскает здесь? Да. Я так поняла, что это наш из деревни. Да, наверное, это... Когда его отловим? Да не отловите его, он дикий. Лещу надо звать ее. Вот будет операционная тень, они же рано приезжают. Его найти, он ходит везде. Ну как ты его найдешь? Дим, ну вот он спал, когда я там появился, он просто спал на лежаке на террасе. Да? Нет, это было, это исключительно редкий случай. Прикорми его. Да он и так там ест. Они с Володей приедут на операционный день и с утра прям, они же рано приезжают, можно будет его отловить. Мы будем оперировать. И сразу прооперируем его. Кого? Кстати, янтовидных собак. Не хочешь маленьких синтовидных собачек? Ты? Очень хочу. Очень хочу. Чего их оперировать? Я их лучше куплю. Маленьких синтовидных щенков. Боже. У тебя тоже мерзнут руки, я смотрю. У тебя тоже пальцы не жирные. Гончарка Гюнтер. Где нота? Давай посмотрим. Нота! Нота, нота, нота! Сейчас она обретется здесь или нет? Нота, 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 нота! Она не тупая, она глухая.
Нет, она не глухая и не тупая. Нота, нота, нота! Не слепая. Нота! Глухая, то она тупая. Дима, она не тупая, мы это знаем. Нота, 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 нота! Все пришли, кроме ноты. Еще не все. Нота! Нота, 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 нота! 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 Она нота, смотри. Нет, ты флейта, 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 ты не нота, ни хрена. Ну вот она пришла. Нет, не случайность, она пришла к нам. Не рандом. А, то есть гончие все по рандому двигаются, да, и... Нота, что, вштырила тебя, вштырила тебя? Нота! Сучка. Ты аккуратней, аккуратней, аккуратней. Все, запускай ее. Не запускается. Ее надо прям зачесать. Во. Во, теперь можешь запускать. Запускай. Ну, нормально. Это свирель стареет. Она больше распространяется. Да, раньше она запускалась на боль. Ну, она просто... Да. Ну, тайна неугомонная. Такая жирная, а так быстро бегает. Она у всех еду отбирает. Смотри. Я хотела в обход, но там больше никого нет. Там просто красиво и светло. Так иди. Один с тобой пойдет. Ну, давай проверим, вот за кем они пойдут. Да, я иду туда, и здесь ни одной собаки. Дим пошел туда, и с ним все собаки ушли. Дим, мне нет смысла идти. Все собаки у тебя. У меня вон только жирная тайна пришла к забору. Тайна жирная. Тайна. Тайна. Тайна слон. Эфир пусть виснет, вы сможете его посмотреть в Телеграме в любой момент, в любой день я его там обязательно вывешу. Ссылку в Телеграм я уже дала в сторис, ссылка на Телеграм есть в моем профиле, там это ссылка на супергруппу, где можно всегда спросить, где посмотреть все прямые эфиры в отличном качестве. Поэтому ставьте мне, пожалуйста, лайки, активнее ставьте лайки, поднимайте мне рейтинг. А все, у кого тормозит, смогут посмотреть эфиры в Телеграме. Я обязательно загружу и этот тоже. Телеграм можно установить даже на компьютер, если не хватает места в телефоне, ничего страшного, у меня телеграм стоит и на компе тоже, я спокойно могу смотреть все каналы, все видосики, так что очень удобная штука, всем рекомендую. Дим, ну все ушли за тобой. У меня 20% на телефоне, я гашусь. Сохранить не смогу. Почему? И руки замерзли. Потому что если он сейчас вырубится, я ничего не смогу сохранить. Сохраню. Сейчас на внутренний двор зайдем, и я гашусь тогда. У нас закончились мусорные мешки на 120 литров. Если кто-то хочет делать нам подарки, то мешки на 120 литров – это то, что нам нужно всегда. Вот сегодня мы пострадаем немножко. Все, все, всем пока. Встретимся в Телеграме.